Здравствуйте, меня зовут Корякова Юля. Я пришла в мастерскую Тарасовых летом 2012 года. До этого я никогда не держала в руках кисти. Слышала о мастерской Тарасовых и по отзывам очень хотела испытать те же самые эмоции, которые чувствовала тех людей, когда они говорили о своих впечатлениях. Мои надежды не то что оправдались, я получила гораздо больше, чем научилась рисовать, потому что вот это моя работа, и каждая картина для меня это чудо, потому что когда я сажусь за кисти, я не понимаю, как вообще из этого может что-то получиться. Итог – это прекрасные подарки моим друзьям, огромное количество удовольствия, которое я испытываю, и это та эмоция, которую я могу зафиксировать на года, на века. Это стоит очень дорогого. Я очень благодарна Дмитрию и Гале. Моя жизнь поменялась в лучшую сторону. Я по-другому себя ощущаю. Для меня теперь лица, силуэты, солнечный свет, небо, деревья, все в объеме. У меня абсолютно другой взгляд на мир. Это прекрасно. Конечно, все эти разговоры, это никого не убедят. Но все мои знакомые, очень много моих знакомых уже побывали здесь. Вот. Всем вам привет. Я надеюсь, что нас прибавится, счастливых людей прибавится после посещения этой мастерской. Очень хочу поделиться просто с вами своей радостью. Спасибо.